Один день глазами сервера в GTA сам. Изо дня в день он видит каждого, знает, кто чем занимается, кто как читерит. Лунтик бронепоезд, куда полетел? Давай домой. Ну а самым активным выдает КД от уникальной рулетки, а те потом радуются. Казино – одно из самых популярных мест. Общий оборот виртов за день с параметра побед суммарно составляет 12 миллиардов 167 миллионов 595 тысяч. Казино забирает себе 20% с выигрыша, и за день вышло 2 миллиарда 433 миллиона 519 тысяч. И это только игры в кости. Именно столько сегодня заработал сервер. Хорошо поработал. Вы пробовали когда-то играть в однорукого бандита? Лично я пробовал. Поначалу везло, но азарт взял верх, и я проиграл 100 тысяч. Аренда транспорта, каршеринг. Почти 8 миллионов игроки потратили сегодня на аренду, чтобы добраться до нужного места. Очень хороший бизнес. Игроки покупали аксессуары на сумму 13 миллионов 200 тысяч. Донат. Самая интересная тема. Продолжение смотрите на канале, ссылка в комментариях.